Ого. Слухай, а тобі наче 20. Провенор Форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Привет, малыш. А ты чего здесь? Я думала, за мной папа заедет. Твой папа по совместительству мой брат, как всегда, занят, поэтому я. Понятно. Хоть бы у него получилось прийти на спектакль. Тетя Алла, там будет так круто. Это? Я буду играть Гамлета. Да. И читать монолог. У меня даже череп есть. Ну, показывай. О, бедный Йорик, я знал его Горацио. Ну-ка, погоди. Откуда ты это взял? Это Петька Жориком принесли. Откуда, не знаю, ну такой крутой, как настоящий. Егорка, слушай, а можно я возьму ваш реквизит к себе на работу и кое-что посмотрю? Ну, бери, только завтра верните к репетиции. Отлично, договорились. Что же получается? Племянник нашей Аллы репетировал монолог о Йорике из Гамлета с настоящим черепом. Ну, а где он его взял? Я дал поручение нашим оперативникам об этом узнать. А сейчас, думаю, вам будет интересно услышать отчет Анжелики о результатах анализов. В общем так, череп принадлежит молодой женщине. Судя по состоянию черепных швов и стертости зубов, убитой было от 17 до 20 лет. Убитый? К сожалению, затылочная кость проломлена чем-то острым. Травма прижизненная и смертельная. Жека, а может такое быть, что это несчастный случай? Шла, упала, ударилась? Нет, не может. На костях я обнаружила следы щелочи. Что это значит? Это значит, что я не исключаю возможности, что некто растворил тело в гидроксиде натрия, чтобы скрыть следы убийства. Ничего себе. Ну что, дождемся результатов беседы с детьми, нашедшими этот череп. Но мое предчувствие мне подсказывает, что нас ждет интересное и запутанное дело. Это очень важно. Давайте вспомним, где вы нашли этот череп. Нет, серьезно, если вы нам расскажете, вы поможете раскрыть преступление. Помогите. А нас за это не посадят в тюрьму? Конечно, не посадят. Вы же еще маленькие. Таких не сажают в тюрьму. Мы не маленькие. А, конечно, не маленькие. Вы... Просто моя коллега неправильно выразилась. Вы еще не достигли возраста уголовной ответственности. Вот и все. А вы родителям не скажете? О чем? А мы на стройке лазили. На стройке. Значит, череп вы нашли на стройке. Где именно? Ребят, ну серьезно, мы обещаем, мы не расскажем вашим родителям. Просто расскажите, на какой именно стройке вы нашли этот череп? Возле нашего дома недавно начали торговый центр строить. Большой. Мы там играем в зомби-апокалипсис. Это как игра в квача. Там и нашли. В яме. А какой там адрес? Улица Минская, 6.
Судя по костям и тому, что мы до сих пор не нашли череп, это именно тот скелет, который мы искали. Да, это явно женщина. Тут вместо стройки очень долго был пустырь. Строить начали относительно недавно, а фундамент только начали закладывать. И заодно вскрыли следы чего-то преступления. Анжелика, ну что, готова раскрыть подробности по делу о нашей таинственной незнакомке? Да, кажется, есть. На костях черепа и скелета есть следы едкой щелочи. Мягкие ткани тела растворили, а затем останки скопали на пустыре. Можешь сказать, когда приблизительно было совершено убийство? Около 3 лет назад. Ну, а есть какие-то приметы или что-то, что может помочь нам ее опознать? Рост 156 сантиметров, телосложение худощавое. Справа на нижней челюсти был удален зуб мудрости. На предплечье левой руки есть след от давнего перелома. Скорее всего, травма была получена в возрасте 10-12 лет. Не густо, не густо, но и не пусто. Ну что, пойдем к нашему компьютерному гению, посмотрим, что он сможет выжать из этих всех данных. Пойдем. Так, поиск завершен, данные систематизированы, и на это все ушло не более 2 часов. А вот если бы мы искали информацию в бумажных архивах, как вы любите, Николай Алексеевич, времени бы ушло гораздо больше. Ну, с этим трудно поспорить. Ладно, что узнал? Итак, 3 года назад в городе пропало 4002 человека, из них 2125 мужчин, 956 детей в возрасте до 17 лет и 921 женщина. По росту, возрасту и телосложению нам подходят 52 девушки. Слушай, а можно поднять их медкарты? Конечно. А что нас интересует? Переломы. Ну да, посмотри, у кого из них были переломы левого предплечья и ориентировочно в возрасте 10-12 лет. Так. Осталось 7 девушек. Ну, я думала, будет меньше. Чего же они так руки ломали? 7 – это не 70. Объездить их семьи будет не так сложно. Ну что, подведем итог. Мы объехали все 7 семей, в которых 3 года назад пропала девушка. Так, вы что-то узнали? Нет, у меня ничего. Во второй семье, которую я посетил, родители подтвердили, что их дочери Натальи Пахомовой удаляли зуб мудрости. Ты думаешь, что это именно та девушка, которую мы ищем? Вот в этом я почти не сомневаюсь, потому что дом Пахомовых находится в 200 метрах от пустыря, на котором мы нашли наш скелет. Так, все, ребят, поехали, я за вами. Давай. Николай Алексеевич. Да. Итак, коллеги, что нам удалось узнать на данный момент? Судя по результатам всех тестов и анализов, я со 100-процентной уверенностью могу заявлять, что скелет, найденный на пустыре, принадлежит Наталье Пахомовой. Так, ну а какие данные удалось собрать о Наталье? Наталья Пахомова, 95-го года рождения, студентка филологического факультета. Из дома вышла 3 года назад и, собственно, не вернулась. Ну, теперь понятно, почему. Осталось только найти убийцу. Так убийца найден. Как так? По горячим следам, в подозрении убийства Натальи был задержан Александр Севцов. По данным следствия, он подстерегал девушку во время прогулки по берегу реки, ограбил, ударил и выбросил труп в реку. А почему мы его обнаружили на пустыре? Да, хороший вопрос. А это твой, как ты говоришь? Севцов. Севцов. Он признал свою вину? Нет, и куда спрятал тело, тоже не сказал. Но якобы у следствия было достаточно улик. Очевидно, если суд вынес ему обвинительный приговор. Севцов. Приехали родители Натальи. Хотят забрать останки. Ну, я не вижу смысла препятствовать. Я тоже. Теперь они хоть смогут похоронить нормально свою дочь. Я все устрою. Получается все? Загадка разгадана, виновный наказан.
что ты на меня смотришь? Работу мы свою сделали хорошо и поставили точку в этой старой трагедии. Так что всем спасибо. Если что-то случится, я буду у себя. Буду готовить отчет для министерства. Николай Алексеевич, к вам можно? Да, проходи, садись. Что у тебя? Да я по делу это убийство этой Натальи Пахомовой. Ну вот не выходит у меня из головы. Честно говоря, у меня тоже. Я подумал, если Севцов действительно ее убил на берегу реки, как тело оказалось на пустыре? Верно, верно. Да еще со следами щелочи. Знаешь, а ну его этот отчет. Вот что, Вень, подготовь мне все материалы следствия по делу об убийстве этой девушки. Все уже по этому материалу у вас в папочке. Я все систематизировал, чтобы вам было удобнее. Молодец, Хулю. Только, знаешь, я люблю с бумаги читать. Так что вот, распечатай и в ближайший час, чтобы меня никто не тревожил. Давай, работай. В общем так, коллеги. Хоть дело об убийстве Натальи Пахомовой и было закрыто 3 года тому назад, но у нас с Вениамином возникли кое-какие сомнения. Ну, честно говоря, у меня тоже. Не у тебя одной. Я даже собирался изучить эти материалы. Да? Ну что, приятно видеть такое единодушие. А материалы дела я уже изучил. Вкратце обрисую вам диспозицию. Любопытно. Участковый Семенов, который проходил по этому делу как свидетель, видел Севцова и Наталью около 11 часов утра в день ее исчезновения. Они были знакомы? Нет. Севцов был пьян и приставал к Наталье. Он требовал, чтобы она одолжила ему деньги для покупки сигарет. По словам Семенова, он был слишком агрессивен, хватал ее за руки. Участковый вмешался? Да, он пригрозил задержанием и отправил Севцова домой отсыпаться. Севцов ушел. А куда Наталья пошла дальше? Наталья осталась некоторое время еще разговаривать с Семеновым. Она рассказала ему о том, что собирается идти прогуляться на берег реки. Ну, затем Семенов попрощался, пошел по своим делам, он как раз вышел на работу. Так, и когда девушка пропала, именно Семенов направлял поиски на берег реки? Да, именно. Вот как раз утром Семенов и пришел домой к Севцову. По его словам, Севцов очень сильно нервничал. И тогда уже в присутствии понятых он произвел обыск. Он что-то нашел? Да. Кошелек и украшения, которые принадлежали Наталье Пахомовой. А это цепочка с кулоном, кольцо, а также сережка. А на цепочке были следы крови. Я так понимаю, которая принадлежала девушке? Как показала позже экспертиза, да. А что дали поиски на берегу реки? Полиция прочесала весь берег реки по предполагаемому маршруту прогулки Натальи Пахомовой. Была обнаружена в камышах толстая палка с сучком, а на сучке следы крови. Орудие убийства. А также были обнаружены часы девушки. Они упали, разбились о землю с остановившимся временем 12 часов 31 минута. Время убийства. По версии следователей, Севцов следил за Натальей, подкараулил ее в безлюдном месте и ударил палкой по голове. Ограбил, а тело выбросил в воду. Странно. Если бы Наталью убили на берегу реки, никто бы не стал везти тело домой, чтобы растворить в щелочи. Это слишком опасно. Совершенно верно. Такие действия производят только тогда, когда убийство происходит в квартире. Ну, а так как в нашем случае, думаю, труп проще было бы выбросить в реку или, в крайнем случае, закопать. Вот. Но тело-то растворили в щелочи, а скелет закопали на пустыре. Послушайте, а ванну в квартире Севцова осматривали? Никаких следов щелочи и других растворителей не было обнаружено. Это и не удивительно. За то время, которое прошло с момента убийства, а это с 12.31 и до момента, когда к Севцову пришли с обыском, он просто не успел бы растворить тело в ванне щелочью. Это невозможно. На это необходимо несколько дней. Ну и потом не смог бы сделать. Его уже арестовали. То есть кто-то растворил тело в щелочи?
У Сивцова должны быть помощники. Ну или кто-то по-крупному хочет его подставить. Так что, мои дорогие коллеги, как видите, этому делу далеко еще до завершения. И нам с вами придется в этом разобраться. Честно говоря, после смерти моей матери, я не думал, что ко мне еще кто-то зайдет. Ты кто такой? Я по поводу дела об убийстве Натальи Пахомовой. Дело в том, что мы нашли останки убитой девушки. Что? Где? В реке? Нет. Как раз это и заставляет сомневаться в вашей виновности. Ну, наконец-то. Как вещи Натальи оказались у вас дома? У меня только одно объяснение, а мне их подбросили. Кто? Послушайте, я не знаю. Я накануне выпил, крепко выпил, а на следующий день пошел в магазин пиво выпить. А опохмелился, курить захотел. У вас есть? Нет, я не курю. Не отвлекайтесь, пожалуйста. А потом я встретил Наталью, хотел у нее денег стрельнуть. Ну, еду переборщил, малеха. И как раз в этот момент вас увидел Семенов, правильно? Да, участковый. Он сказал, что меня заберет в участок. Ну, я и ушел от греха подальше. А куда вы пошли? Домой. У нас еще во дворе свадьба была. Ирка с третьего этажа замуж выходила. А приблизительно к которому часу это было, вы не помните? Пол первого. Отлично. И вы все это время сидели дома и никуда не уходили, пока не приехали с обыском, правда? Да, да, да. И мне еще мама в пол третьего позвонила с работы. Это следователи, кстати, уточняли. А потом уже эти пришли. И больше к вам никто не приходил? Больше никто. Хорошо. Послушайте, я вас очень прошу, найдите того, кто ее убил. Я не виноват. Я не виноват. Я не убивал ее. Я не виноват. Я не виноват. Я ее не убивал. Я не виноват. Не виноват я. Наташа была красавицей. За ней парни табунами бегали. Но вы ничего такого не подумайте. Она ничего не позволяла. Я ничего такого не думаю. А скажите, пожалуйста, она с кем-то встречалась из этих ухажеров? С Семеном Семеновым. Это участкового сын. Серьезный парень. Боксом занимался. Он сразу всех поразгонял. У них с Наташей вроде все серьезно было, пока этот не появился. А этот это кто? Да Володька этот. Да ладно тебе, Гена. Володя тоже хороший парень. Они с Наташей в институте познакомились. Ну и влюбилась. Как Семенову не пришиб, я даже не знаю. Страдал он сильно. Да нет, пришиб бы, наверное, если бы этот гад Наташу не убил. А вы уверены, что Александр Сивцов виновен? А как иначе? Доказательства же. А почему вы вообще спрашиваете? И зачем вы пришли? Дело в том, что у нас есть основания полагать, что Сивцов обвинен ошибочно. Как? А кто же тогда? Да бросьте вы! Убийцу решили выгораживать. Мы пытаемся разобраться в этом деле и, может быть, спасти невинного человека. Расскажите, пожалуйста, как все произошло? В 10:30 Наташа сказала, что пойдет гулять. Куда пойдет, не сказала. Ушла из дома, и больше мы ее не видели. Вот и все. А когда вы узнали, что Наташа пропала? Я ей звонила на мобильный в 14:35, но связи с ее мобильным уже не было. И у меня сердце так и ёкнуло. Мне кажется, я тогда уже поняла, что больше я ее не увижу. Thank you.
Значит, вы говорите, нашли Наташу. Как это случилось? Мы ведь тогда всю реку обыскали. Но ее останки нашли не в реке. А где? На пустыре. Недалеко отсюда. Там, где сейчас стройка идет. Не может этого быть. А почему вы так думаете? Да ну... Там этот гад убил ее возле реки. Вот мы и нашли там оружие убийства и часы. Вот именно поэтому я и пришел к вам. У нас есть все основания полагать, что Александр Севцов невиновен. Да как же так? Это ведь он ее убил. Доказательства собраны, дело закрыто. И тем не менее мы его открыли. Я любил Наташу. Очень любил и сейчас люблю. Если тот, кто ее убил, до сих пор на свободе... Себя. Знаете, не нужно теребить его душу. Он уже целый год после смерти Наташи не может это забыть. Ну, видите, сами. Вы, конечно, простите меня, но нам пригодятся любые сведения, воспоминания, детали того дня. Да, я вас понимаю. Но я хоть и бывший, но участковый. И порядки знаю. Если вы хотите дальше расспрашивать, то, пожалуйста, оформите повестку. Понятно. Спасибо за беседу. Я вас, знаете, очень прошу. Зря не теребите Семена. Он ведь так сильно любил Наташу больше жизни. Несмотря на то, что это она его бросила. Простите, вы Игорь Толстяков? Толстунов. Ой, извините. Присаживайтесь. Ничего страшного. Я Владимир Мазур. Вы хотели меня видеть? Что-то по поводу Наташи? Да, действительно. Мы обнаружили тело вашей девушки, и некоторые детали заставили нас усомниться в виновности человека, который осужден по этому делу. Не может быть. Скажите, когда вы видели последний раз Наталью? В пятницу. Ну, за день до того, как она пропала. Я уезжал в другой город к родителям, а Наташа меня провожала. Наташа не рассказывала вам, может быть, у нее какие-то были проблемы? А, да, проблема у нас тогда была общая. Этот ее бывший парень, Семен. Он все никак не мог смириться с тем, что Наташа выбрала меня. Он угрожал ей? Ей нет, а вот мне. Он почти каждый день подстерегал меня где-то на улице и бил. А я ничего не мог сделать. Он же боксер. А Наташа об этом знала? Нет, я ей об этом не рассказывал. Думал, сам разберусь и... Значит, вы говорите, в субботу вы были в другом городе? Да. Меня уже спрашивали 3 года назад и проверяли. Так что у меня алиби, если вы об этом. До сих пор не могу поверить, что все так вышло. Еще в субботу Наташа звонила мне, говорила, что любит, что все у нас будет хорошо, а на самом деле. Наташа в субботу звонила вам? Ну, да. Так ведь об этом не сказано в материалах дела. Так меня никто и не спрашивал. Просто проверили, что меня не было в городе, и все. А потом сказали, что нашли убийцу. Скажите, а вы не помните хотя бы приблизительное время звонка? Я помню абсолютно точно. Наташа звонила мне в 13:13. Ну, я запомнил еще из-за сочетания чисел. Подумал еще 2 чертовы дюжины. Вы уверены? Да, абсолютно. А это важно? Похоже, что очень. Я попрошу вас дать письменные показания. Конечно, давайте. Здравствуйте, Ирина. Спасибо, что согласились со мной встретиться. Да не за что, я все равно с ребенком гуляю. А кроме того, у нас в подъезде никто не верит, что Сашка мог убить кого-то. А почему? Да мягкий он, добрый был. Ну, немного выпивал, но даже в пьяном виде он никогда ни с кем не скандалил. Так что, если я могу чем-нибудь вам помочь... В день убийства Натальи
У вас была свадьба, правильно? Да. Севцов утверждает, что когда он возвращался домой, возле подъезда встретил вас. Когда это было приблизительно? В котором часу? Да я и самого-то Сашки не помню. Ну, сами понимаете, свадьба, шампанское. Но Вадик, это мой брат. Так. Он всю свадьбу на камеру снимал. Запись осталась или нет? Конечно. Давайте я ему позвоню, он привезет сюда весь архив. Это будет замечательно. Ну как, видео посмотрел? Я как будто сам на свадьбе побывал. Все мое любимое. Выкуп невесты, развеселый конкурс возле подъезда, как букет бросали, как невесту воровали. А что-нибудь, что интересует нас? А что нас интересует, будет, когда закончится постобработка одного стоп-кадра. Готово. Это же Севцов. Да. Обрати внимание на время. 13:42. А ну-ка, распечатай это и пошли к шефу. Александр Севцов не убийца. Он не смог бы добраться с берега реки до своего дома, если, конечно, это он убил Наталью. Это прекрасно. Но тогда кто убийца девушки? Ну, я бы не ограничивался только вопросом, кто убийца девушки. Меня также интересуют вопросы, где ее убили, когда ее убили и чем ее убили. Даже так? Вот, это детальный отчет капитана. Она сопоставила фотографии палки с берега реки с травмой черепа Натальи. Сучок палки не мог сделать пролом такой конфигурации. То есть убийство на берегу – это инсценировка? Да. С одной единственной целью – подставить Севцова. А вот когда мы узнаем, кто решил подставить Севцова, тогда мы узнаем, кто убийца. Именно. Ну что, на сегодня самый главный вопрос – это кто подбросил квартиру Севцова, вещи убитой? Я предлагаю определить весь круг людей, кто имел доступ к квартире. Да. Простите, что я снова побеспокоил вас, но нам очень нужна ваша помощь. Я готов помочь. Главное, чтобы 7 минут душу никто не травил. А так, если что-то будет, то, пожалуйста, давайте встречаться здесь. Хорошо, договорились. Прекрасно. Так что вы хотели? У нас появились новые сведения и доказательства, согласно которым Александр Севцов не мог убить Наталью Пахомову. А как же так? Как же ее вещи в его квартире окружили? Вот именно об этом я и хотел поговорить. Вещи в квартиру явно подбросили, и сделал это тот, кто и убил Наташу. Понимаю. Вот, скажите, а вы обнаружили улики в квартире Севцова? Да, я обнаружил. Как раз в куртке в прихожей висели, там в кармане все и было. Вы сразу проверили куртку, когда вошли в квартиру? Нет, не сразу. Я зашел к Севцову поговорить с ним, он дал разрешение на осмотр. Вот, ну, пригласил понятых. Ну, сначала мы комнату проверили, а потом уже я решил проверить куртку в прихожей. То есть, получается, кроме вас и понятых, в квартире больше никого не было? Ну, так. Возможность подбросить эти вещи была только у меня и у понятых. А понятыми я пригласил соседей по лестничной клетке. Это была баба Катя и Сашка Григоров. Баба Катя умерла год назад, а Сашка Григоров... Вот... Что, Сашка? Да я вспомнил, что Сашка Григоров, он сидел за грабеж. А вышел за месяц до убийства Наташи. Имел зуб на Севцова. Причем еще какой зуб? А что за зуб? Во время того, как Сашка сидел, Севцов закрутил любовь с его женой. Сашка, когда вышел, решил его побить. Севцов-то сильный парень, с самого больницы вышел. Почему суда не было? Да Григоров заявление не подавал. Говорит, я сам разберусь, я его предупредил. Если такое будет, так второй раз в тюрьму сядешь. А где можно найти этого Григорова? По старому адресу, я так слышал, вроде бы никуда не уезжал. Спасибо. Вы нашли достаточно доказательств того, что вы не убивали Наталью Пахомову. Правда? Да. Вы невиновны. И это доказано. На данный момент мои коллеги в офисе занимаются документами по вашему освобождению. Господи. Спасибо. Спасибо вам огромное. Я, значит, в этой тюрьме не сгнию. Спасибо вам большое. Но мы сделали полдела.
Ведь настоящий убийца Натальи и человек, который вас подставил, все еще на свободе. Но я понятия не имею, кто это может быть. Давайте подумаем. Вот, например, Александр Григоров. Вы же спали с его женой. Ну, да, спал. Но я не просто с ней спал, я жениться на ней хотел. Вот как. А Сашка? А Сашка может быть. Он у меня в квартире. Понятым был. Неужели вы считаете, что он убил Наталью, чтобы отомстить мне? Александр, я. У нас к вам пару вопросов. Понятно. А в чем, собственно, я вроде ничего не нарушал? Это давнее дело. Помните убийство Натальи Пахомовой? Нет, я не помню, что вы. Это было сколько лет назад было. Так что, граждане, извините, мне домой надо. Куда вы, Александр? Там. Что это? Марихуана. И стоило из-за этого от нас по подворотням бегать, да? А вот из-за этого, похоже, стоило. Мужики, кокаин, героин, детская присыпка, что? Мужики, это может мы как-нибудь договоримся, а? Вот сейчас отвезем тебя к одному очень строгому дяде, вот с ним и договаривайся. Так что, договориться не получится? Если вы о героине и марихуане, которую мы нашли у вас при задержании, то нет. Хотя, вот здесь изложите, где взяли наркотик, имена, адреса распространителей, и тогда это вам зачтется как добровольное сотрудничество со следствием. Ладно, давайте, я напишу. Нет, только не сейчас. Мы такими мелочами не занимаемся, это я так, чтобы сэкономить время своим коллегам из отдела по борьбе с наркотиками. Тогда это, о чем мы будем с вами разговаривать? А мы с вами будем говорить об убийстве Натальи Пахомовой. Опять? Я тут при чем? Это же Сивцов ее грохнул. У нас есть доказательства, что он этого не делал. А кто? Вы, например. Я? Вы убили Наталью Пахомову, чтобы подставить Сивцова за то, что он увел у вас жену. Подбросили улики ему в квартиру. Да побойтесь Бога! Никого я не убивал, и тем более никому ничего не подбрасывал. Хорошо, тогда скажите мне, где вы были в день убийства? В период с 13.13 до 14.35. А вы ничего полегче спросить не можете? Это 3 года назад было. Хотя, стойте, подождите, это же именно в это время меня тогда этот гад Сивцов отметелил. Я в больницу каждый день на перевязку ходил. И указанное мной время тоже? Я не помню. Может быть. Да, ну ведь это же можно как-то проверить все. Хорошо, мы проверим. Ну а что по поводу улик, найденных в квартире Сивцова? Да я тут при чем? Это Семенов их нашел, участковый. Я даже не знаю где. Алиби Григорова подтвердилось. В больнице остались записи, из которых следует, что в день убийства 14.00 он действительно был на перевязке. Значит, он просто физически не имел возможности убить Наталью. А записям из больницы можно доверять на 100%? На 100% нельзя доверять даже собственным глазам. Как бы там ни было, но Григорову нам предъявить нечего. Вычеркиваем. Ну что, рассмотрим других подозреваемых? Благо, их не так много. Кроме Григорова, улики могли подбросить в квартиру умершая баба Катя и участковый Семенов. Семенов. А ведь никто не видел, как именно Семенов нашел эти улики. К тому же Семенов знал, что утром Сивцов цеплялся к Наталье возле магазина. Именно со слов Семенова стало известно, куда пошла девушка. И именно там были обнаружены улики, орудия убийства и часы. А затем участковый Семенов собственноручно и уже без очевидцев находит в кармане куртки
Севцова вещи убитой, а? По всему видно, что это Семенов подставил Севцова. А значит, убил Наталью. Ну почему? Это не обязательно. Может, он просто покрывает настоящего убийцу, своего сына. Который имел очень веский мотив для убийства. Ревность. Ревность. Я же просил вас не приходить ко мне домой. А вы еще коллегу своего притащили. К сожалению, у нас возникли вопросы и к вам, и к Семену. Можете позвать сына? Семен, к тебе. Семен, здравствуйте. Вы не могли бы ответить на несколько вопросов? Спрашивайте. Вы помните день, когда убили Наталью Пахомову? Конечно, помню. Где вы были в этот день с часу до 2:30? С часу до 2 я был в тренажерном зале возле дома. Потом пошел домой. А вы? На работе, в отделении. Вообще, что за вопросы? В чем вы нас подозреваете? Мы должны проверить все версии. А поскольку вы нашли улики в доме Сивцовых, то... Вы знаете, вы не там ищете, где нужно. Я с сыном не причастен к этому убийству. Вот вы спрашиваете Григорова лучше. Поверьте, мы во всем разберемся. Вот разбирайтесь. А без ордера в нашу квартиру я вас не пущу. И разговаривать с вами не стану. Пожалуйста. Прошу. Всего доброго. А где Анжелика? Заперлась у себя, колдует над фотографиями черепа убитой. Просила не беспокоить. Значит, обсудим без нее. Итак, алиби участкового и его сына на момент убийства. Есть подтверждение? Ой. Я созвонился с отделением полиции, а там утверждают, что Семенов-старший в это время был на работе. Значит, он не соврал, говоря о том, что после того, как встретил Севцова и Наталью в магазине, пошел прямо на работу. Не соврал. Хорошо. А Семенов-младший? Работники зала его знают и тоже утверждают, что с 13 до 14.00 он тренировался. Ну, то есть, ни Семенов-старший, ни Семенов-младший к убийству отношения не имеют. Ну, это если взять за истину тот факт, что Наталью убили на берегу реки, то нет. У них просто бы не хватило времени совершить это убийство. Это если взять за истину, что маловероятно. Нет никакого смысла рисковать и тащить тело неизвестно куда, чтобы растворить его в щелочи. Эх, знать бы нам, куда Наталья пошла в тот день. Извините за отсутствие. У меня есть новости. Надеюсь, хорошие. Но это уже вам решать. Я продолжила изучать травму черепа убитой и вынуждена признать, что мой первоначальный вывод по поводу орудия убийства был неверным. Так, и какой твой окончательный вердикт? Микротрещины на кости говорят о том, что Пахомову не ударили по голове, а она ударилась обо что-то затылком при падении. И обо что именно? Ну, трудно сказать. Это какой-то острый, твердый выступ. Например, угол тумбочки или стола. Да-да-да, вполне возможно. А ведь... У Семенова-младшего есть алиби, если предположить, что убийство произошло на берегу реки. А если предположить, что Наталью убили в квартире? Скажи, Анжелика, а есть методики, позволяющие обнаружить следы крови спустя много лет, если учесть к тому же, что эта кровь была тщательно стерта? Ну, 100% гарантии нет, но теоретически можно попробовать. Я передам Герману все, что необходимо. Хорошо. У вас есть ордер. Но что вы будете искать? И почему именно тут? Ну, если вам это так интересно, пока наш эксперт обрабатывает вашу мебель, я расскажу вам нашу версию. Ну, я слушаю. Мы исходим из того, что убийство произошло не на берегу реки, а у вас в квартире. Здесь.
Это бред какой-то. Почему же бред? Вот, например, у вас был мотив для убийства. Ревность. Вы спокойно могли пригласить Наталью сюда домой, чтобы выяснить отношения, а потом убить и с помощью отца избавиться от тела. Он был в зале. Его там видели. Конечно, он был в зале. Но он был там до 14.00. А после 14.00 у него было целых 35 минут, чтобы приехать домой, дождаться Наталью, убить ее. Я не буду слушать всю эту чушь. Я подожду у себя в комнате. Мне нужно там все обработать. Я вам не помешаю. Не сомневайтесь. Есть. Ребята, это кровь. Вам нужно было избавиться от этого стола. А зачем? Только из-за того, что я когда-то порезал руку, да, испачкал угол этого стола. Из этих пятен пробы ДНК не возьмете. Да, нельзя. К сожалению. Увы. Скажите, сколько у вас стоит этот стол? Сколько помню себе. Глеб, отодвинь его, пожалуйста. Ничего себе. Ну-ка. Это следы запекшейся крови. Трехлетней давности, я так понимаю. А вот с этой кровью мы обязательно выделим ДНК. Что? Сын! Сама! Самочка! Сама, сын! Сынок! Помогите! 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 Да. Спасибо. Всего доброго. Ну что? В больнице говорят, что Семен Семенов уже в порядке, чувствует себя хорошо и снова сможет говорить. И даст показания. А в этом нет необходимости. Во-первых, Семенов-старший во всем сознался. Ну, а во-вторых, у Семена в комнате при обыске нашли дневник, в котором он все подробно описывает. Дневник? Да. Так старомодно. Интернету он не доверял, а справляться с чувством вины, которое его съедало, все-таки как-то нужно было. Оказалось, что Наталья давно уже подозревала, что Семен избивает ее нового парня Владимира. Ну и в день убийства решила положить этому конец. Каким образом? Она решила поговорить с Семеном, окончательно выяснить все отношения и заставить его отступиться. Они договорились с Семеном встретиться у него в квартире, когда он закончит тренировку. И когда Семенов-старший уйдет на работу. Собственно, по дороге в свое отделение Семенов и встретил Наталью. Наталья пришла домой к Семену, но разговор пошел не так, как хотела того девушка. Семен вышел из себя, стал приставать девушке, и началась драка. В ходе которой Семен толкнул Наталью, и она упала, ударившись затылком об угол стола. Да. Когда участковый Семенов пришел домой, дома его ждал труп. Его сын хотел во всем сознаться, но Семенов-старший уговорил его молчать. Представьте себе только эту картину. Отец и сын берут тело девушки и кладут ее в ванну с щелочью. А через 3 дня закапывают ее останки на пустыре. А перед этим Семенов-старший сфабриковал улики против Севцова. Ну, дал ложные показания, а также подбросил улики в дом Севцова и на берег реки. Это ужасно и бесчеловечно. Кстати, Семен оставил себе одну серьгу. В дневнике он пишет, что это память о любимой. Настоящая любовь не способна ни на подлость, ни на убийство. Зачастую преступники просто путают любовь и самовлюбленность. Еще будет? Ага, отлично. А вот этот, который в банке работает, ну, брюнет такой красивый, он будет? Хорошо, тогда бери побольше шампанского, я планирую расслабиться. Ну все, давай, целую, дорогая.
напали на аллее и притащили сюда. Больше следов нет. Земля замерзла. Изнасилована? Да. И зарезана около 2 часов назад. Это уже 3-й случай. Слушайте, слухи о маньяке из парка уже поползли. Многие девушки, например, боятся здесь гулять вечером. Ну, во всяком случае, у нас уже есть описание предполагаемого убийцы. Ну, тоже мне описание. Под это описание может любой попасть. Лица-то они не видели. Слушайте, ну какое описание? Студенты, которые обнаружили труп, увидели крепкого мужчину в темной куртке. Он склонился над телом, и когда их заметил, сразу скрылся. Не густо. Густо, не густо, но больше, чем было. Все, ребят, можете забирать. Доброе утро. Доброе утро. Так, снова. Молодая, красивая и светловолосая. И снова те же составляющие. Угу. Игорь, нашел место для завтрака. Извините, шеф. Да. Была усыплена хлороформом и изнасилована. А потом убийца нанес 3 ножевых раны, ставшие смертельными. Все девушки между собой никак не пересекались. Единственная связь – это внешность. Так, ну а что по уликам? Как и в прошлых случаях. Нет, ни улик, ни ДНК. Единственное, что свидетели дали некое описание возможного убийцы. Точнее, ну, как описание. Так, зарисовка, но это лучше, чем ничего. Ладно, копайте, копайте. Как-никак, все-таки это уже 3-й случай. Подключайте все, что нужно. А, шеф, есть еще один момент. Водитель скорой. Что водитель скорой? Когда медики привезли тело к нам, водитель скорой упоминал об одном подозрительном типе, который с ним заговорил в парке. Что за тип? Я попросила оперативников взять у водителя показания. Хорошо. Ладно, будут новости, сообщите. Поначалу я подумал, что это просто вопросы слишком любопытного зеваки. Он спрашивал, мол, как давно убита, как лежало тело и все такое. У зевакам очень часто интересны детали пострашнее, так что в этом ничего странного нет. Это да. Но потом он сказал вот что. Да, после 3 ножевых не выживешь. Откуда он знал, что ножевых было именно 3? Верно, там ведь от дороги этого он бы не смог увидеть. Как выглядел этот зевака? Среднего роста, крепкий, нос с картошкой. Угу. Одет в темную куртку и перчатки. Это про то, что говорили студенты? Да, совпадает. А, и, кстати, в руках он держал стаканчик из-под кофе. Кофе? Ну да, это бурда, которая продается в кофе-автоматах. Он его выбросил, а я подобрал. Вы не могли бы нам отдать этот стаканчик? Да. Отлично. Все бы были такие, как он. Ну что, Анжелика, чем порадуешь? К сожалению, Николай Алексеевич, порадовать нечем. На стаканчике есть небольшой фрагмент отпечатка, но для идентификации не хватит. Небольшой фрагмент? Ну что, стер отпечатки? Водитель, который передал стаканчик. Сам нашел улики и сам же их испортил. Бывает. А вообще, знаешь, маньяки в толпе зевак – это не такая уже большая редкость. Многие из них приходят и любят наблюдать за результатами своей работы. Необходимо, чтобы водитель составил фоторобот. Это единственная наша зацепка. Тук-тук-тук, не помешаю? Да, говори. Я по поводу стаканчика. Я проверил логотип, и выяснилось, что такие стаканчики в кофе-автоматы загружает только одна фирма. Интересно. А в районе парка есть только один кофе-автомат, в котором можно получить подобный стаканчик. И находится он возле офисного здания напротив входа в парк.
стоянках выше. Я прошу охранника, может, он что-то видел? Да. Камеру видел? Да. Ты кажется снаружи. Нужна запись за вчерашний день. Вот он, наш любопытный зевака. Похоже, тот, кого мы ищем? Именно. А ну-ка, отмотай. Номера пробьешь? Легко. Так, а вот и он. Так, кто это такой? Зовут Михаил Малышев, 35 лет, не женат. Не привлекался. В графе «Место работы» указана строительная фирма «Эверест». Ну, а адрес фирмы имеется? Имеется. Я думаю, он еще на работе. Вот что, Игорь, передай адрес нашим оперативникам. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Я директор фирмы «Эверест». Чем могу помочь? Нам нужен ваш сотрудник, Малышев. Мы из отдела 44. Но он будет позже, он во вторую смену сегодня. Что он за человек? Ну, смекалистый, нормальный. У меня к нему нареканий не было, хотя коллеги его с ним не очень любят общаться. С чего его это? Странный он немножко и навязчивый. И темы у него странные. Про убийства всякие любит говорить. Про убийства? И маньяков, которые эти убийства совершают. Книги про них читает. Даже так, книжки. А про блондинок случайно не говорит? Про блондинок вроде ничего. Скажите, а он вчера был во второй смене? Нет, вчера он был на первой и в 17:00 уже освободился. А скажите, а где его бытовка? Серебристая, она открыта, кстати. Мы можем ее осмотреть? Да, пожалуйста. Хорошо, спасибо. Не очень хочется рыться во всем этом хламе. Я тебя понимаю. Запах еще тот. Так, а что мы ищем? Орудие убийства? Да, было бы неплохо. Хлороформ тоже бы не помешал. Слушай, возможно, здесь вообще нет ничего интересного. Это же не основное место его жительства. Вполне... Ого. Что там? А как тебе вот такой вот поп-арт с кусочками мяса? Если честно, не очень. Это уже интересно. Ты посмотри на это. Вырезки. Парк Славы. Хранит статьи о себе. Слушай, а газетчики ему уже дали прозвище. Леший. Вот так вот. Здравствуйте. Стоять! Малышев, стой! Стоять на месте, не надо провоцировать меня. Руки за спину, быстро, Ксяньки. Ты как? Прекрасно, ты медленно бегаешь. Ну что, Малышев, я думаю, вам стоит начать все рассказывать. Думаю, что лучше вам начать с вашей первой жертвы. Какой жертвы?
первой девушки, которую вы убили. Что? Я никого не убивал. Послушайте, вас видели на месте преступления, прямо около тела. Трое свидетелей вас опознали. Опознали? Но это... я-то не... Рассказывайте. Я уже не говорю про ваши вот эти вот художества. Рассказывайте или отправитесь в камеру прямо сейчас. Я хотел посмотреть. Что, простите? Как вам сказать? Мне нужен адреналин, и, в общем, я интересуюсь этой темой. Какой темой? Смерти. Ну, то есть конца жизни. Ну, блин, как объяснить? В общем, интересно и все. Я хожу в морги на похороны. Ну, правильно. Сейчас решили сами лишить кого-нибудь жизни. Да нет же. Меня не тянет убивать. Я знал, что в парке орудует этот маньяк. Леший этот. Я хотел подождать, что он кого-то убьет, и это посмотреть. Дождались? Вчера он убил эту девушку, а я нашел ее. Сел рядом, ну и смотрел на нее. А тут эти студенты, я убежал. Потом водителя расспрашивал. Послушайте, это самая нелепая история, которую я слышал. Отправляйтесь-ка, наверное, в камеру, там посидите, подумайте, а позже мы с вами еще поговорим. Адреналин ему нужен. Ради бога, извините, я не хотел вас напугать. Ничего страшного. А давайте я вас домой проведу. Спасибо. Это очень любезно с вашей стороны. Идемте. Я не откажусь. А почему вы так поздно возвращаетесь? Да, работы много. А кем вы работаете? Ну... Подождите, я угадаю. Вы работаете фотомоделью. Следов нет. Улик тоже. Светловолосая, три ножевых ранения, короче, все как всегда. Слушай, начинает набирать скорость. Сначала пауза была неделя, потом через несколько дней, теперь на следующий день. Почувствовал безнаказанность. Пошел в обхоз, сволочь. Слушай, ну вообще, конечно, нам это на руку. Значит, он скоро сделает ошибку. А с другой стороны, неизвестно, сколько девушек еще будет убито. Одно знаем точно. Малышев не убийца. Не, ну это понятно, тот всю ночь в офисе просидел. Хотя с его психикой рано или поздно кого-то все равно убил. Да. Ему вообще-то психиатрия не помешала бы. Согласна. Ну-ка. Сильная штука. Держала не в сумке, значит, была наготове. Почему не воспользовалась? Она могла не успеть. Но он же не возник из-под земли. Она не могла не заметить приближающегося человека на безлюдной аллее вечером, правильно? Согласен. Но понимаешь, дело в чем? Страх сковывает тело. Она просто могла испугаться и забыть про баллон. Привет. Установили личность девушки. Самойлова Ирина, 20 лет, студентка иногородняя, жила в общежитии. Родственников сейчас оповестят. Как это все ужасно. И сообщать такое родителям. Да, ужасно. Что у нас нового, ничего нет? Так, ну что, новости есть? Кое-что есть. На теле девушки под одеждой я обнаружила несколько волос.
волосы явно не ее. Я провела экспертизу, а вот сейчас ищу совпадение. Это хорошая новость. Ну, я поприсутствую, но... Но не факт, что будет совпадение. Я бы заранее не... И тем не менее... Федоров Григорий Михайлович, 37 лет. Женат, двое детей. Физик, сотрудник НИИ. Как-то не укладывается в образ маньяка. Мало ли, среди маньяков не раз встречаются семейные, на вид вполне положительные люди. Срочно надо найти этого Григория. Срочно. В анкете есть адрес. Я передам его оперативнику. Проходите. Присаживайтесь. Знаете, я не совсем понимаю, чем именно Гриша мог заинтересовать вас. Вы же сказали, что с ним все нормально. Да, все нормально. Дело в том, что мы сейчас ведем расследование, а ваш муж мог бы нам помочь. Так где сейчас Григорий? Гриша уехал на очередной семинар. Его нет уже 2 дня. Да вы что? Он завтра приедет. Давайте поговорим о вашем муже. Ничего странного вы за последнее время не наблюдали за ним? Странного? Угу. Совсем нет. Наоборот. Он стал намного веселее. И отношение ко мне изменилось. Интересно. Как вы думаете, почему? Думаю, это из-за его новой работы. Раньше он работал в ней, а полгода назад ему предложили работать в институте. Как давно он начал ездить на вот эти свои семинары? 2 месяца. А за этот месяц уже 2 раза уезжал. Да, это к лучшему. Он стал давно отдаляться от меня. Мы очень сильно ругались. А сейчас все это наладилось, я так понимаю? За последнее время был всего лишь 1 конфликт, и то из-за меня. Сдались мне эти волосы. Волосы? Да. Я увидела на его пиджаке длинные светлые волосы. Да мало где он мог быть. Что нового? Вообще, этот вопрос я планировал задать. Опять вся надежда на меня, да? Да. Ладно. У меня кое-что есть. Смотри, последняя жертва Ирина была студенткой в том же вузе, куда перешел преподавать Федоров. Но остальные же девушки учились в других вузах. Он что, сначала убивал незнакомых, а теперь перешел на знакомых? Но у нас нет данных, что Ирина и Федоров были знакомы. Я только говорю о том, что они из одного вуза. Федоров во время, по меньшей мере, 2 последних убийств отсутствовал дома, якобы уезжал на семинары. Но если в институте подтвердят семинары, Федорова можно будет легко вычеркивать из списка подозреваемых. Ну да. А как же его волосы на жертве? Что, их ветром занесло? Ну, если он не преподавал. Волосы могли попасть на него просто случайно. Скажем, когда она у доски отвечала. Нет, Веня, слишком много случайностей. На одежде Федорова белый волос, его волосы на жертве. Ну, не знаю, я, в общем, передал нашему адрес института, они уж поговорят с начальством Федорова. Добрый день, я вас внимательно слушаю. Не поверю, что ваше министерство присылает своих агентов, чтобы решить наши проблемы с учебниками. Я думаю, министерство само решит проблему с учебниками. Собственно говоря, мы по другому вопросу. Нас интересует ваш сотрудник Григорий Федоров. И в частности то, куда вы его послали на семинары. Я посылал Федорова на семинары? Что-то не пойму. Какие семинары? Подождите, а у нас есть информация, что он и сейчас на семинарах. Занятно. А у меня информация, что Федоров болен. Болен? Вот именно. И за последние 2 месяца он уже болел 2 раза. И, признаюсь честно, меня эта ситуация нисколько не радует. Уверяю вас, никаких семинаров мы пока еще не проводили. Ясно. Хорошо, тогда нам нужны данные Федорова. То есть номер телефона, номер зарплатной карточки, в общем, все. Алена, пожалуйста, занеси мне документы Федорова.
Да, хорошо. Докладывайте о любых происшествиях. Разрешите? Присаживайся. Значит, тебя порадует. В парке вели патрулирование. О, это хорошо. 4 человека в штатском, по 2 будут патрулировать парк каждые полчаса. Это существенно облегчит нам дело. Вернемся к Федорову. Итак, ни на какие семинары он не ездил, но дома тоже отсутствовал. Он мог вполне уходить из дому на момент совершения преступления. Но ему надо было где-то находиться в это время. Ну, не спал же он на улице. Разрешите? Да. Я проверил банковский счет Федорова. 2 дня назад он снял номер в отеле «Бриз». Это как раз в то время, когда он уезжал на свои семинары. И, кстати, Бриз, он уже в 10 минутах ходьбы от парка. Да, значит, Федоров находился в отеле на момент 3-4 преступления. А что по 1-2 жертвам? На момент 1 убийства он был якобы на семинаре, а по факту в отеле. Ну, вот и все. Его можно брать. Ну, есть одна загвоздка. На момент 2 убийства он был в институте на корпоративе, и это могут подтвердить человек 30. Но эти 30 человек могут подтвердить, что видели его постоянно. Ведь он же мог выйти, совершить преступление, вернуться, или вообще совершить преступление после корпоратива. Да, по всей видимости, Федор еще в отеле. Игорь, отправь туда оперативников. Срочно. Ну как, Григорий Михайлович, я прилежная ученица. Ну, думаю, на 4 ты уже заработала. А вот для 5 придется постараться. Федоров, сидеть! Вам придется проехать с нами. Потрудитесь объяснить, что происходит. А разве вам не объяснили по пути сюда? Бред про какие-то убийства нельзя назвать объяснением. Что за убийство, я не понимаю. И при чем здесь я? Все ваши семинары оказались липой. У вас нет алиби на момент этих убийств. Ну и последнее. Ваши волосы были найдены на теле вот этой жертвы. Мои волосы? Да, ваши волосы. Вот именно на ней. Это Ира. Ну, значит, отрицать не будете. Вы не понимаете, она... Она была моей студенткой, и плюс она... Что она? Рассказывайте, рассказывайте, потому что вам светят очень крупные неприятности. Она была моей любовницей. Вернее, одной из моих любовниц. С момента, как я перешел преподавать, у меня появилось, ну, типа, как хобби. Хобби? Ну, не знаю, не хобби. В общем, я начал встречаться со студентками. Аня, с которой вы меня застали, Ира. Я встречался с ними. Да, а ваша жена считает, что позитивные изменения в вашем настроении связаны с любимой работой. Вчера вечером вы были с ней в отеле? Да, был. Наверное, поэтому нашли на ней мои волосы. Но она от меня ушла около 8 или 9 вечера. Я точно не помню. Ну, ясно, ясно. Хотя это пока ничем не подкрепленные слова. Так что до выяснения побудете здесь. Значит, говоришь, Федоров все отрицает. Да. В интимных связях со студентками сознался, а в остальном полный отказ. Вчера одну привел в отель, на следующий день другую. Молодец. А самое главное, сколько здоровья, а? Да, ну, честно говоря, шеф,
Я не думаю, что он леший. Ну, не похоже на убийцу. К тому же, интимные связи со студентками оправдывают найденные волосы на теле. Но для подтверждения нужно что-то сильнее, чем просто «не похож». Ну, тогда остается только одно. Чтобы доказать его невиновность, нужно точно подтвердить алиби на момент второго убийства. Ну, тогда, когда он был на корпоративе. Знаешь, я... Извини. Да, строго слушаю. Да. Когда? Понял. Не нужно никакого подтверждения. Новое тело? Патрульные обнаружили. Мертва не более 2 часов. Федор в это время находился здесь, у нас. Он на рекорд идет. Хочет стать самым производительным маньяком 21 века. Подождите, ребят. Сейчас. Все. Спасибо. Труп можете забирать. А вчера парня избили. Он с девушкой хотел познакомиться, а прохожие подумали, маньяк. Пошел место, где знакомиться с девушками. Что, газеты не читает, что ли? А сегодня днем девушка из баллончика в лицо парню брызнула. А он время хотел спросить. То ли еще будет, если эту сволочь вовремя не поймаем. Знаешь, чего я не могу понять? Почему патруль не заметил нападения? А патруль неэффективен. Вы извините, что я вот влезаю в ваш разговор. Просто я сам обеспокоен тем, что творится в парке. И потом, я скоро, мне некому будет хот-доги продавать. А почему патруль неэффективен? Ну, смотрите, для того, чтобы обойти весь парк, им нужно, ну, как минимум полчаса. Правильно? Правильно. А вот маньяк может напасть на девушку и скрыться. О, хотите хот-дог? Нет, спасибо. И как вы думаете, что повысит эффективность расследования? Камеры, камеры, дополнительные камеры везде. Ну, на крайний случай можно где-то в центральной аллее поставить. Спасибо вам за информацию. Обязательно воспользуемся ей. Спасибо за совет. Пожалуйста. Советчики мне эти камеры. Камеры — это, конечно, хорошо. Куда их здесь устанавливать? Сервера-то нет. Но этот вопрос поднять мы можем. Сейчас нужно использовать любой ресурс. Ну что, как я понимаю, все то же самое, да? Не совсем. Не было изнасилования. А что так? Спугнули? Возможно. А возможно, не получилось. Может быть, его перестал возбуждать этот процесс. Но если так, чем-то чревато? Смена места деятельности. Или убийства станут жестче. Но убивать он не перестанет. Такие не останавливаются. Понятно. Я уже поговорил с техниками насчет установки камер наблюдения. Что, есть возможность установить? Ну, очень ограниченное. И то пару мест. Ничего, лишним это все равно не будет. Ну, плюс еще 2 камеры. Одна на входе, другая при выходе из парка. Это хорошо. Так, что по жертве? Личность установили. Карцева Марина, 23 года. Работала в супермаркете, жила с подругой в арендованной квартире. У подруги нервный срыв. С ней говорили по телефону. Она и Карцева должны были возвращаться вместе домой. Ну а почему же Карцева шла одна? Ну что-то там у нее не получилось. И теперь она винит себя в смерти Карцева. Ее еще не допрашивали. Оперативникам еле удалось договориться о встрече с ней. Понятно. Будут новости, сразу сообщите. Да почему так? Почему? Я ведь знала, я чувствовала, что не надо. Поехали бы на такси, все. Расскажите, пожалуйста, подробно, что было вчера вечером? Мы с Мариной должны были идти вместе. Мы работали в одном супермаркете. Я мерчендайзер, а Марина администратор была. Хорошо, вы должны были пойти вчера вечером вместе. Продолжайте. Мы только зашли в парк, но мне начальник позвонил, сказал, чтобы я вернулась назад.
По какому поводу? Я кое-что напутала в документах по лимонаду. Там, по работе, короче. И Марина пошла одна по парку, да? Да. Я говорила ей, ну, пойдем со мной. Ну, это полчаса. Но она сказала, не надо, если что, воспользоваться шокером. У Марины был шокер? Да, у меня тоже есть. Видите, что толку? Она спешила программу посмотреть. Сдалась эта программа хренова. Ну, и этого провожатого отшила. Какого провожатого? Ну, уборщик местный, дворник. Тусуется тут все время. Мы, когда с Мариной прощались, он предложил провести ее через парк, но она отказалась. Сказала, что если что, себя защитит. Аллея в парке ночью. Она хорошо освещается и находится далеко от кустов. Девушки должны были увидеть приближение к себе незнакомца. Скорее всего, да. Довольно сложно нападать внезапно при теперешней повышенной осторожности. Вот. А почему жертвы не кричат, не зовут на помощь? Почему не пользуются средствами самообороны, а наоборот прячут их? О, Господи, боятся. Маньяк на них пистолет наставит, скажет, закричишь, застрелю, все. И еще один момент. Как маньяк за один день вычислил маршрут патруля? И вообще, как он выбирает себе жертв, не бросаясь никому в глаза? Ну и как? Он местный. Он находится в парке целый день, он там работает. Поэтому он знает, кто идет и когда идет. Но если так, то он знает курс патруля, места расположения камер. А главное, он постоянно на виду у прохожих, и они наверняка знают его в лицо. Мало того, он может предложить девушке проводить ее через парк, и это не вызовет у нее ни малейшего подозрения. А затем нападает в самый неожиданный момент. Ну что, это возможно. Вот что, Игорь. Пусть наши оперативники изучат всех, кто постоянно работает в этом парке. Так, что мы имеем? У нас трое. Нет, четверо. Я просила прохожих местных, ну, которые здесь постоянно. В общем, четверо получается. Да, нам еще повезло, что восточная часть парка с аттракционами на зиму закрыта, а то еще трое больше сотрудников понадобилось. Значит, первый – это продавец шариков и всякой там маскарадной атрибутики на входе стоит. Ну, его сразу отбрасываем. А почему? Во-первых, у него протез в ноге, он еле передвигается, и ему 65 лет. А и есть еще продавец хот-догов, очень приятный мужчина на вид. Да, это тот, который советовал нам камеры поставить. Ну, вообще-то я не думаю, что он способен на такое. Третье – это продавщица в ларьке в центре парка. Ну, она отпадает по понятным причинам. И последний – уборщик. А вот как раз уборщик меня и заинтересовал. Ему 35, и он такой довольно крепкий. И главное, свидетельница указывает на него. Подруга жертвы говорит, что он пытался проводить ее. Вызывали, шеф? Присаживайся. Вот что, Игорь, я хотел кое-что обсудить. Мы не можем допустить еще одну жертву. И так слишком все затянулось. Действовать нужно активнее. Нет, мы, конечно, можем задержать всех, кто работает в парке, но я предупреждаю, что у нас на них ничего нет. Я про ловлю на живца. И начать надо сегодня. А кто в роли живца? Германова. Интересно. Только, насколько я помню, маньяк нападает только на блондинок. Ничего. Она оденет белый парик и будет прохаживаться парком вечером. А также пересекать те места, где находятся постояльцы парка. Да ведь это довольно опасно. Да, опасно. Ну, по твоей теории, маньяк не нападает внезапно. К тому же Германова опытный агент и сможет за себя постоять. Надо бы ее снабдить маячком, чтобы точно понимать, где она находится, плюс наушником и микрофоном для связи с оперативниками. Да. Нужно организовать засады. И максимально незаметно. В этом случае мы должны перестраховаться. Только вот если маньяк не клюнет. Повторим завтра. Если не завтра, так послезавтра. На его счету 5 жертв. 6-я недопустима. Не переживай, мы тебя видим.
Я не переживаю. А тебе неплохо в таком цвете. Может, в блондинку перекрасишься? Да ладно. Только через твой труп перекрасишься. Ну все тихо. Ну да. Даже слишком тихо. Вообще странно, что теперь этот парк такой пустой. Может, стоит больше привлекать внимание? Без проблем. Алло? Да, милый, я уже иду домой. Да, одна Маша задержалась. Хорошо. А что мы будем делать? У нас гости на 6 часов. Хорошо. Девушка, девушка. А? Давайте я вас провожу. А то, знаете... Лезь за землю, быстро! Лежать! Быстро! Уберите его, у меня, может, желудок не к черту. Да что вы говорите, желудок. А с психикой у вас все в порядке? Человека, совершившего такое, нормальным не назовешь. Ну, я согласен, а я здесь при чем? А при том, что вы работаете в парке и знаете все, что там происходит. А самое главное, вас там все знают. И что? Свидетельница показала, что последнюю жертву вы пытались проводить домой. С нашим агентом вы хотели проделать тот же номер. Ну, то есть, начальник, я что-то не врублюсь. То есть, защитить девушку – это плохо, по-вашему, да? А вы хотели их именно защитить? Ну, конечно! В парке какая-то фигня происходит. Я бы сам эту мразь бы удушил своими руками. Ну, и многих девушек вы его так проводили. Ну, было парочку. А что, Вадиму можно, а мне нельзя? Я тоже хочу сделать доброе дело. Какому Вадиму? Ну, Вадим, который хот-доги продает в парке. Я видел, как он провожал девушку. Начальник! На здоровечко! Спасибо большое. Девушка, ну как, вкусно? Ой, извините. Да, спасибо. А вы не боитесь, все-таки темно одна вечером? Недалеко в обход, я сразу за парком живу. Напрямую 10 минут, а в обход 40. К тому же у меня есть газовый баллончик. Вот, газовый баллончик – это хорошо. Держите наготове. Вот. Ну, спасибо. Хорошего вечера. До свидания. Минуточку. А вы знаете, а я уже закрываюсь. Давайте, может, я вас проведу? Ну, если хотите. Ну, конечно, конечно. Сейчас, секундочку. Пожалуй, это было бы неплохо. Все, я готов. О! Хорошо? Вы не первый раз у меня уже. Да, ну просто я с работы хожу, мне удобно здесь. Ну, хот-доги я всегда делаю вкусно. Да, я у вас часто покупаю. Ну, я знаю это, конечно. Понятно. Вы по аллее, я по прибору. В офисе было человек 30. Нет, честное слово, очень душно. Да и потом оказалось это все не таким романтичным и прикольным, как мне казалось, когда я поступала в институт. Тогда я поняла, что эта работа не для меня, решила ее изменить. А вы давно здесь работаете? Ну, давно ли я работаю? Иди сюда, тварь! Иди сюда, я тебе сказал! Иди сюда! Скотина такая! Стоять! Бросьте нож! Опа-на, здрасте!
А хотите хот-дог, а? У меня там целый лоток остался. Обожретесь от пуза. Нож уберите. Нож? А давайте поступим иначе. Вы сейчас бросаете стволы на землю и уходите, да? А я отпускаю девочку и тоже ухожу. Ну как? Нет, так не будет. Не будет? А вот так горло перерезать будет или не будет? Ну? Прости нож. Ух ты! Много вас там, да? Не слышу, у меня дежавю! У меня дежавю! Понятно, я где-то это слышу! Все закончилось. Журавский на вид очень даже милый, адекватный человек. Еще и в возрасте. Никогда бы не сказал, что в нем скрывается маньяк. Ты его еще биографию не читал? Да, что там? В детстве он часто подвергался избиениям со стороны матери. Не женат, да и не был никогда. Даже образования нет. По молодости часто привлекался. Вот как. Да, за драки. Даже за попытку изнасилования. Несколько лет провел в лечебнице после приступов белой горячки. Вот тебе и милый продавец хот-догов. Такие люди получают сексуальное удовлетворение только насилуя и убивая, так что, может быть, на его счету есть и другие жертвы. Да. Вообще, его подвели нетерпение и самоуверенность. Поначалу он делал паузы, выжидал, а потом понял, что вообще находится вне всяких подозрений. Ну, послушайте, он так вошел во вкус, перешел уже на ежедневное нападение. Боюсь себе представить, что бы было, если бы мы дальше его просто не подозревали. Ну, к счастью, это больше уже не повторится. Теперь через парк можно будет ходить безопасно. И я надеюсь, парк скоро заживет своей полноценной активной жизнью.